Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Мне нужно немного передохнуть. Это место Китиш, Яков, бессмертные. Я так... Поразительно. Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом.
Он откроет тебе вход в Китиш. Невероятно. Посмотрим, как работает эта штука. Похоже, нужно потянуть за это. Нужно найти правильное положение. Закрыто. Нужно как-то отключить механизм. Тут еще один замок с другой стороны. Thank you.
Народ Якова опередил свое время. Будь внимательнее, Лара. Теперь нужно поднять это наверх. Главное — рассчитать время. Лара, не торопись. Сейчас. Теперь нужно поднять это наверх. Главное — рассчитать время. Особые приемы стрельбы из лука, разработанные в Византии. Колокола. Старый город неподалеку. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да. Они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем.
До связи. Я думал, что умер.
Как их много.
Акина, что там с тобой? Орден Троицы дважды отправлял. Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но... Мой хан. Ночью случилось странное.
Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Я потерпел неудачу. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит Святой Источник? Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятное научное открытие? Ясно одно. Троице он не должен достаться ни в коем случае. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Невероятно. Нарисовано как будто в древности, но это же поезд. Появление красных.
наконец-то мне удалось. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Валентин, хронометрист. Отстроив последнее. Ha!
Господь испытывает меня. Thank you.
Он поможет нацелить трибюшет. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Получилось.
Женское ожерелье из балтийского янтаря. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась. Если бы у нас было больше времени. Только разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Эта фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней.
Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Лара, у тебя мало времени. Ты должна первой добраться до источника. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди.
Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Надо как-то его разбить. Все еще можно повернуть требюшет. Может, так я туда доберусь? Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Мне это пригодится. Надо как-то туда попасть. Получилось. Пора снести врата.
Попало. Нужно еще разок. Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Никак не прицелиться, механизм замерз. Это уравновесит стрелу. Осада Кити же, наверное, длилась многие месяцы. Вода выливается. Возможно, рычаг на бадье закроет сливной механизм.
Слишком высоко. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелись.
Путь открыт. Серебряная ваза. Ей много пользы.
рог для питья. Не очень распространенная. Thank you.
Лара, мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, София. Мне любая помощь пригодится. Надо идти дальше. Спасибо, Софья. Отличный выстрел.
рядом. Вижу кровь. Не дайте ей войти в палату душ. Константин. Зофья, сможешь попасть по нему из требешета? Попробую. Приготовься. Навряд ли тебе удастся по нему попасть. Будем пытаться. Погоди. Перезаряжаем требушет. Отсюда нам по нему никак не попасть. Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз. Погоди, мы заряжаем требушет. Мы готовы выстрелить из требушета. Только дай сигнал. Запускай! Запускаем! Черт! Ладно, у тебя получится. Погоди, возвращаем противовес! Надо дать знать Софье, чтобы стреляла из требушета. Софья, чтобы стреляла из требушета.
Надо дать знать Софье, чтобы стреляла из требушек. Мы готовы! Ждем своего сигнала! Знать Софье, чтобы стреляла из требушета. Запускай! Стреляй! Что получил, сукин сын? Если там внизу хоть кто-то уцелел, убейте Лару Крофт. Это последний приказ. Thank you.
тебя нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Это не моя судьба. Меня ждало величие! Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он... Давай же, давай! Будь ты проклят! Может, сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности. В защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Яков, берегись! Источник не предназначен для людей! Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла. Довольно того, что один Крофт погиб из-за него. Но я готова. Последняя надежда.
Держись. Я уже и так слишком долго ждал. Ты знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время. Мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Дорогая Лара, я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит? Анна, ты сказала довольно того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... Но я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано.